ты делаешь? Лиза, что это такое? Лиза, я смогу тебе помочь, когда я буду здорова. Не надо этого делать. Вопросы Вас КФМ. Мне очень интересно на них отвечать и задавать вопросы вам в ответ. Если ты хочешь задать мне какой-нибудь вопрос, качай Ask КФМ, спрашивай у меня что-то, и самые интересные вопросы попадут ко мне в видео, и я передам себе приветик. Скачивай Ask КФМ, подписывайся на меня, задавай очень интересные и оригинальные вопросы и попадай ко мне в видео. Всех люблю. Hey guys, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале. И сейчас я снимаю нереально крутой пранк. Мама сейчас не дома. Мама куда-то вышла, я не знаю куда. Я решила сделать нереально крутой пранк. Ну, мне кажется, пранк должен быть очень классный. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Перед началом этого пранка над мамой советую тебе подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Потому что видео мне выходит каждый день. И каждый день ты можешь смотреть мои видосики. И я буду очень тебе рада. Также, если тебе понравится это видео, то, пожалуйста, поставь лайк. Мне будет очень приятно. Это помада. Я только что кое-что тестировала для этого пранка. Суть в том, что я накрашу себе прыщи и покажусь маме. Я видела в интернете, как сделать как бы правдоподобные прыщи. Да, это очень странно звучит, но я посмотрела, вроде ничего сложного нету, я очень постараюсь что-то с этим сделать, постараюсь как-то сделать правдоподобные прыщи на своем лице, везде на лбу, здесь, короче, везде. И я очень хочу посмотреть на реакцию мамы, и я не знаю, ну, какая будет, не то чтобы отговорка, может быть, я скажу, что я там, допустим, утром чипсы ела, шикарно, просто четко. Ну, в общем, что-то такое, я думаю, вы поняли. Мне бы очень хотелось посмотреть на реакцию мамы, потому что это интересно. Подписывайтесь на мой инстаграм, я подписана вот так вот, ссылка в описании. Всех сильно люблю. Первое, что мы делаем с вами, это идем и делаем наши прыщи. Поехали. Лиза, что ты такое? Что у тебя с лицом, Лизочка? Ты я сладкого ела много. Мама, дорогая, ты что вообще? Капец. Нет, это не сладкое. Это что? Это не сладкое. Это какая-то фигня, Лиза. Убери волосы с лица. Боже, ты что? Мам, что ты делаешь? Ничего. Мам, а что ты робишь? Я достаю аптечку. Зачем? И одеваю маску. Зачем? Я одеваю себе маску. Зачем себе маску? Ну фигни такой у меня на морде нет. Мам, а мне ты не хочешь помочь? Что мне делать? Тебе помочь? Подожди. Я должна себя обезопасить. Ладно. А потом тебе помогать. Лиза, я смогу тебе помочь, когда я буду здорова. Ты что вообще уже? Не вздумай давить. Лиза, мамочка дорогая, господи, это вообще жесть. А ну поднимай живот, показывай. Живот как живот. А спину показывай, быстро. Спина как спина. Руки показывай. Руки полностью. Да показывай, поднимай так дальше. Вот руки, ну живот хорошо к свету показывай. Да, показывай. Да ничего на животе нету. Мамочка, что тебе такое-то? Вообще капец какой-то, Лиза. Я проснулась, смотрю в зеркало. Тебя не было, когда ты утром была, ты что?
Ну, не знаю, я к вам пришла. Что ты ела? Ну, чипсы. Утро. Ты утром ела чипсы? Утром ела чипсы. А кофе ты не запивала случайно? Почему? Я с чаем. Чаем? Чипсы с чаем? Ну, вкусненько. Так а что делать, мам? Я не знаю, что делать. Я подходить к тебе боюсь. Так, Лиза, стопэ, не надо этого делать. Помоги ты мне, пожалуйста. Хорошо. Давай перики. Нет, давай. Нет, я тебе... Так, помой руки, быстро. Руки мой. На, вот, антибактериальное мыло. Давай перекись, мама. Перекись, руки мыть, мам, ты чё? Нет. Давай, про это помыла я руки уже. Да не трогай полотенце. Вообще, ты чё? Давай, перекись. Это на... что? Лиз, это нормально, понимаешь? Это мыть руки перекись? Протереть, ты что? Такая с этими шуделями. Я не знаю, сейчас будет звонить. Кому? Ну, кому? Знакомым девочкам своим, докторам. Зачем? Чтобы узнать, что делать. Ни в коем случае не трогай руками. Ногти хорошо, под ногтями обычно мусора полно всякого. Так, давай так, закрывай перекись. Стой, не звони пока что. Я девочкам позвоню своим докторам. Ну, не звони пока что, пожалуйста. Почему? Надо, Лиза, отвали. Я не знаю, что делать. Я придумала, я сейчас быстренько забабахаю еще один. Сейчас побегу к маме и скажу, что еще один выскочил. Мама! Ну хорошо. Мама! Мне еще один выскочил. Еще один выскочил. Лиза, не подходи, пожалуйста. Она вообще вся. Хорошо, что сделать? Да я в маске и так уже хожу. Я прошу, держи расстояние. Лиза, я же тебя попросила. Мам, что делать? Сиди на месте. Сижу. Вот и сиди. Понятно, ничего не трогай. Да. Сколько ты чипсов съела? Ну, пачку. Какую пачку? Размером? Ну, большую. Ну, я не знаю, наверное, среднюю, потому что она говорит большую, но большая я тут не надежда. Мам, ну ты же сама купила. Что ты говоришь такое? Ты вчера купила чипсы. Ты нормальная? Я ни разу в жизни чипсы не покупала. Значит, это и папа купил. Тебе на завтра. Мама, что сделать? Она сказала подождать. Ну, проверить, чтобы не было на животе, на руках. Потому что если только на лице, непонятно, что. А когда Игорь и Саша придут? Лиза, ты вообще забыла про Игоря и Сашу. Почему? Потому что быстро свои вещи собрала и ко мне в комнату, в изолятор. В смысле, мам? Вот как раз там интернета не было. Не подходи, я прошу тебя. Я не хочу, чтобы ты меня заразила. Куда мне идти? Какой-то. Зачем мне куда-то идти? Лиза, посмотри на себя в зеркало. Так, и все. Мам, что ты делаешь? Я хочу проверить, чтобы никаких микробов не было для начала. Так, давай собирай вещи, пошли. Куда? Ко мне в комнату. Хорошо. Так, для начала надо обеззаразить все. Не надо. Надо. Давай топай, будешь мне говорить надо, не надо. Сейчас я блокнотик сюда положу. Держи, перекись. Да она воняет. Лиза, да вонятами пахнет. Бери каждую фигню свою, вытирай. Ребят, я этого делать не буду, потому что у меня все сотрется. Я не знаю, говорить маме сейчас, что это пранк. Хотя ладно, давайте еще немного подождем, посмотрим, что мама будет делать. Мне реально очень интересно. Я сделала вид, будто все окей уже. Я уже все сделала. Главное, чтобы не осталось. Обработай. Все, мам. Срочно. Да я сделаю уже все. Что все это сделать? Держи зеркало. Зачем? Как можно было засесть пачку чипсов на завтра? Ну что у тебя в башке, блин? Господи, ты боже мой. Температуры нету? Ой, какой он красный вообще. Тебе сильно больно? Не, мам, не надо. Давай, не надо. Дай сюда. Не надо. Надо. Да я уже доктор сделала. Доктор сказал протереть. Да не так, надо, ну, пожалуйста. Руки. Оно щипеть. Щипеть будет по-любому. Руки показывающие. А это что? Блин, неужели на руки начинается? Да нет. Давай вторую руку мне показывай. Потому что если на лице, то это может просто аллергия. Не надо. Печет? Да, мам. М-м-м.
Знаешь, по полу проща стерлась. Ты чего вообще издеваешься? Это я нарисовала. Не надо, перекись воняет. Мам, я нарисовала. Как ты меня испугала. Чипсы. Где чипсы? Показывай. Да нет никаких чипс. Вообще. И не было? Не было, мама. Ну что ты, блин, в конце концов? Ну сколько, блин, можно? Ну что тебе? Что? Мам, прости. Ты не понимаешь вообще, что ты делаешь? Я придумала. Что? Жди ответку. Только ты не поймешь, что это ответочка. Нет, вообще, совершенно. Молодец. Поздравляю. Лайк. Ты подписка. Вот ты с каждым разом все креативнее и креативнее. Вытирайся. Господи, как, Лиза, как хорошо, что ты здорова. Лизочка, я тебя прошу, не жри чипсы. Ни при каких условиях. Боже, слышишь? Это же просто прикол был. Ты не ешь чипсы? Нет. Точно? Мам, у меня чипсов такого не бывает. У тебя чипсов, да слава богу. Слава богу, что ты здорова. Фух, ты дурбая целая. Мама, ты все же хорошо. Так, слава богу. Ребята, я надеюсь, вам понравился этот пранк. В общем, мама спалила. Блин, я ж... Надо было все-таки уговорить, не протирать перекисью. То, что было бы, мне кажется, дальше еще интересней. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставь лайк, подписывайся на канал. И оно не смывается. Если честно, знаете, чем я делала? Я брала помаду на ватный диск и кисточкой потихоньку вот так распределяла. Вот так. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то, пожалуйста, поставь лайк. Если у тебя есть какие-то идейки для пранков, то переходи на мой инстаграм, ссылочка в описании, и пиши мне какие-то классные идеи пранков. Я пойду стирать вот это все. Боже, я реально, я думала, у мамы реакция будет похуже. Она меня, боже, затащила в свою комнату, маску одела, говорит, не подходи ко мне. Я думаю, боже, женщина, что вы робот? Вот так вот. Я надеюсь, в общем, вам понравился этот пранк. Всех очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании. Всех сильно-сильно люблю. Пока. Я пошла все стирать. А еще я перекись воняю. Лиза, ну ты вообще гонишь, если честно. Что ты? Лиза, там же свет. Видела, какой в ванной? Вообще, я просто в шоке была. Я когда зашла, я просто думала, я упаду сейчас. Блин, ну ты даешь, Лиза, ну вообще ржать, а ты хоть на улице. О, а прикинь, если такой пранк сделать на улице. О, такой. Боже, мама, так, я так делать не могу. Лиза, прикинь. Лиза, прикинь, ты такая идешь и так садишься в автобус. Садишься так. Ой, фу, если бы кто-то мне так сел. Вообще, вот это. Сними такой пранк, я тебя прошу, нет. Пожалуйста, это будет ржать. Давай ты. Да не, я не. В общем, всех люблю. Пока.